Всем привет! С вами снова проект «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин. В рамках нашего нового направления «Недра» сегодня мы приехали в город Стерлитамак. Стерлитамак для Башкирии – это примерно то же самое, что Санкт-Петербург для России. Его можно назвать и второй столицей, и культурной столицей. Надеюсь, жители Уфы не обидятся. А главная природная достопримечательность этого города – это, конечно же, знаменитые шиханы. Вокруг них сегодня ведется множество споров, которые будоражат умы людей, но мы в этих спорах участвовать не будем, а лучше поедем на карьер Шахтау, где ведется разработка такого ценного сырья, как сода. И сами посмотрим все, покажем вам, чтобы вы могли сделать свои выводы. Но для начала прогуляемся по городу. Поехали! Это сегодня мы можем говорить о Стерлитамаке как о второй столице. А было время, когда он действительно являлся столицей молодой Башкирской республики. Изначально, на самой заре становления башкирской автономии, центром управления так называемой Малой Башкирии стало небольшое село Тимясово Бурзянской волости. Сейчас оно находится на территории Баймакского района. А позднее, 20 августа 1919 года, вернувшийся из эвакуации из города Саранск Башревком обосновался в Стерлитамаке и на протяжении почти 3 лет, до июня 1922 года, именно этот город был столицей Башкирской автономной республики, после чего ее границы существенно расширились и правительство переехало в Уфу. Сегодняшний Стерлитамак – это чистый, тихий и спокойный город, неоднократно признанный одним из самых благоустроенных городов России. В этом несложно убедиться, прогуливаясь по ухоженным площадям, зеленым улицам, скверам и паркам. Помимо этого, Стерлитамак еще и крупный промышленный центр, объединяющий предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, крупнейшим из которых является Башкирская содовая компания. В нескольких километрах от города находится карьер «Шахтау», где уже более полувека ведется разработка известняка и гипса для производства различных видов продукции, самыми ценными из которых являются сода и цемент. Мы уже рассказывали вам о шиханах в одном из выпусков год назад. Можете посмотреть его на нашем канале в YouTube или группе ВКонтакте. А сегодня заглянем на территорию Шахтау, чтобы посмотреть, как добываются полезные ископаемые, и узнать, как все начиналось. Еще в довоенное время здесь геологи проводили геолого-разведочные работы на шиханах. Это горы-одиночки, которые вот за моей спиной, гора Тратау, месторождение, гора Шахтау, где мы находимся, гора Куштау, гора Юрактау. И в то далекое время наркоматом химической промышленности было принято решение о строительстве в районе города Стерлитамака большого содового завода. Почему именно в районе Стерлитамака? Потому что для производства соды нужны основные компоненты, слагающие. Это, в первую очередь, наличие достаточных запасов известняка. Источниками известняка рассматривались эти горы-одиночки, о которых я перечислил. Наличие запасов каменной соли. Это в районе города Ишимбая сейчас разрабатывается башкирская содовая компания Ярбиш-Кадасское месторождение каменной соли, которое является источником для производства кальцинированной соли, именно этих соляных растворов, а также река Белая, которая является источником воды. Поэтому при наличии вот этих компонентов и государственными органами было принято решение именно в районе города Стерлитамака построить большой содовый завод. И первоначально началась разработка горы Шахтау как источника карбонатного сырья, то есть известняка, по одной простой причине, потому что Шахтау находится на из перечисленных мною гор-одиночек в самом ближайшем расстоянии. То есть это здесь расстояние по прямой порядка 7 километров, и поэтому была выбрана. То есть не исключено, что если бы завод построили или южнее, или севернее от города Стерлитамака, то в разработку бы попали другие горы-одиночки, как Тратау, так и Куштау, Юрактау. Наверное, ни для кого из жителей Башкирии не секрет, что сегодня тема разработки известняка и вопрос о сохранении одиночных гор-шиханов являются очень спорными, проблемными и резонансными. Мы, конечно же, хотим сохранить то уникальное наследие, что подарила нам природа. Но, как и у любой серьезной проблемы, здесь даже не две стороны, а намного больше. Нигде в мире не существует крупных производств, которые не наносили бы вреда окружающей среде.
Нельзя жить в цивилизованном мире, пользоваться его благами, не затрагивая при этом целостность природы. Вопрос лишь в том, как минимизировать наше влияние на хрупкое равновесие внешнего мира. Мы не станем делать скоропалительных выводов, основанных на эмоциях, а просто покажем вам, как добывается материал, который впоследствии станет частью стального сплава, прозрачным стеклом или бетонной стеной. Здесь мы добываем известняк. Довольно распространенная технология. Это производится бурение скважин буровыми станками. Дальше происходит процесс взрывания, отгрузка взорванной горной массы известняка и доставка ее на дробильно-сортировочную фабрику, где происходит процесс дробления и сортировки известняка по фракционному составу с дальнейшей доставкой к местам производства основной продукции, это кальцинированная сода и цемент. Приблизительно на сколько лет еще хватит известняков этого месторождения? Срок отработки карьеры ограничен, срок остался непродолжительный. Год, два, три? Чуть побольше. А на сегодня запланированы какие-то взрывы? Мы сможем посмотреть, как это непосредственно вот сам взрыв будет происходить? Да, сегодня у нас запланирован массовый взрыв, и мы сможем с вами пронаблюдать, как это происходит. К сожалению, запасы природных ресурсов не бесконечны, и при исчерпании одного месторождения всегда встает вопрос, где взять другое. В советское время при строительстве производства слов «экология» или «охрана окружающей среды» понятное дело никто не слышал. И наличие 4 шиханов в одном месте выглядело не более как хорошая сырьевая база, которая на столетия вперед обеспечит бесперебойную работу предприятия. Сегодня же мы научились смотреть на вещи не только с точки зрения сиюминутного потребления, но и задумываясь о будущем. А это порождает множество вопросов. Ответы на них, надеюсь, будут найдены, и хочется, чтобы эти ответы удовлетворили и борцов за экологию, и промышленников градообразующего предприятия. Пока же работы ведутся в штатном режиме, и мощная карьерная техника продолжает погружаться все глубже в земную плоть. Совершенно титанических размеров ков шагающего экскаватора может за один раз зачерпнуть целых 10 кубометров породы, то есть одним махом загрузить целый КАМАЗ. А называется экскаватор шагающим, потому что он действительно перемещается при помощи двух огромных ног, расположенных по бокам. Сначала он опирается на плоское основание, которое называется базой, переносит ноги вперед и затем делает шаг и еще раз опирается на базу. Таким образом, экскаватор может пройти за час где-то примерно 200-300 метров. Для того, чтобы экскаватор мог делать свою работу, породу надо измельчить при помощи подземных взрывов, подготовка к которым ведется здесь же, на краю карьера. Машина для бурения на гусеничном ходу называется СБШ, что можно расшифровать как станок буровой шарошечный, от слова шарошка, вот этого наконечника буровой головки. При помощи такой машины сверлятся, или правильнее, наверное, сказать, бурятся вот такие шурфы в диаметре где-то примерно 25-30 сантиметров и глубиной около 15-17 метров. В каждый такой шурф закладывается около тонны взрывчатки. А для того, чтобы машине пробурить такой шурф, требуется около часа времени. И вот буквально через час-другой нам обещали показать, как непосредственно будут происходить взрывы. Перед нами панорама карьера гипса, на котором подготовлены
забурены 24 скважины при помощи бурового станка СБШ-250, в которых заложено взрывчатое вещество, и которые будут, значит, сейчас взорваны. Одновременно взорвем ориентировочно 40 тысяч тонн горной массы. Все мальчишки в детстве любили что-нибудь взрывать. Я тоже не был исключением, но с годами эта любовь куда-то пропала. Однако, похоже, не у всех. Здесь работают серьезные люди, у которых тяга к взрывному делу переросла в профессию. И сейчас у нас есть возможность понаблюдать за результатами их работы. Вот сейчас звучит боевой сигнал, который извещает о начале взрывных работ. В борт карьера взрывники заложили взрывчатку, и сейчас, если все будет нормально, должен прогреметь взрыв. Ну, ждем. Феерично! Как уже было сказано выше, взорванную породу грузят на самосвалы и отправляют на дробильную фабрику, откуда, уже разделенную на фракции, доставляют на дальнейшую переработку на производство. Делается это весьма оригинальным способом. В первые годы работы предприятия породу с карьера Шахтау на завод доставляли как самосвалами, так и по железной дороге. Была проложена узкоколейка, по которой курсировал небольшой паровозик с несколькими вагончиками, который назывался «Кукушка». Но поскольку завод и карьер разделяет такое серьезное препятствие, как река Белая, бурные паводки которой не только смывали дороги, но и разрушали мосты, в 60-е годы прошлого века было принято решение строительства вот такой подвесной канатной дороги, вагонетки которой сегодня доставляют материал с карьера Шахтау на производство цемента и соды. Возраст пород, слагающих шихан Шахтау, как и других шиханов, превышает 200 миллионов лет. С одной стороны, конечно, печально, что эту величественную гору теперь можно увидеть только на редких кадрах архивной съемки. С другой стороны, при изучении вскрытой породы было сделано множество интересных находок и научных открытий, с результатами которых можно ознакомиться прямо здесь. На отвалах карьера Шахтау древние окаменелости, возраст которых насчитывает почти 300 миллионов лет, в буквальном смысле слова валяются прямо под ногами. Вот, например, посмотрите, какой прекрасный образец трубчатого одиночного коралла. И если погулять здесь полчасика, можно насобирать целую коллекцию. Но лучше посетить местный палеонтологический музей, где такая коллекция собиралась в течение нескольких десятилетий. Музей камня имени Ивана Скуина. Иван Альбертович Скуин – это человек, который собрал уникальную коллекцию останков морских животных, существовавших в древние времена. Собственноручно он ее собирал очень многие годы, с 1983 года по 2013 год. Сначала это были маленькие коробочки, которые как бы размещались в кабинете геолога и маркшейдера в тумбочках, на шкафчиках. Вот. И на своем обеденном перерыве, либо какие-то праздничные дни, Иван Альбертович с такой любовью рассказывал, вот, что это были древние животные, что вот это вот древние жители нашей планеты. Сначала его слушателями были его коллеги, работающие в компании, стали приходить школьники, приезжать студенты. Потом уже ученые приезжали на карьер. Так руководство решило, что раз народ так очень любит эту коллекцию, раз им нравится, то нужно создавать музей.
И вот такой музей у нас сейчас есть, он работает. В первой части зала у нас находятся рифостроители, это животные, которые построили этот риф. И вот в этой половине, где мы с вами сейчас находимся, основные обитатели рифа. Рифостроение в древнем, в прошлом отличается, чем другие животные его несколько строили, чем те рифы современные, которые сейчас мы наблюдаем. Ну, это вот, в принципе, мы знаем все большой риф, да, большой барьерный риф. Он в основном построен кораллами. Наш риф тоже был построен не только кораллами. Кораллы, хотя тоже были, и колониальные кораллы. Здесь большой экспонат такой, можно его посмотреть. Это очень крупный фрагмент колониальных кораллов. И еще есть одиночные ругозы Шахтау, которые тоже очень интересные. Вот в этой витрине одни из основных обитателей рифа пермского нашего, которые называются наутилусы, наутилоидеи так называемые. Здесь целых две витрины, это шикарное разнообразие, я бы так сказала, потому что практически нет одинаковых, не считая вот этой композиции. И такие двойняшки, это композицию Иван Альбертович составил, похоже очень, да, на какое-то животное, на сову. А в основном здесь наутилусы все разные. И ученые говорят, что очень много наутилусов, которые как бы не определены. То есть их еще нужно определить, их нужно изучать. Сейчас, кстати, этим и занимаются ученые из Российской академии наук. В этой витрине у нас находятся дендриты, гидрокисломарганцы так называемые. Древовидные, маховидные. Очень красивую картину они рисуют. И здесь у нас есть для сравнения с полуострова Синай тоже вот такие же дендриты, которые в известняке. Почему мы так соединили? Потому что у нас разные люди бывают. Это бывают и врачи, геологи, палеонтологи, а бывают паломники. И вот была у меня группа паломников. И вот возле этой витрины они очень долго сначала совещались и потом несколько раз переспрашивали, действительно ли эти камни с карьеры Шахтау. Действительно ли они найдены здесь? Ну, когда я стала интересоваться так аккуратно, а почему вы не верите, они сказали, что совсем недавно они приехали с Синая, и там покупали такие камни, которые им продавали под видом неопалимой купины. Ну, неопалимая купина, вы знаете, да, это есть там, Синай – это богошественная гора, и там есть такой куст, из которого Бог разговаривал с Моисеем. Куст был объят пламенем, но он не сгорал. Очень похоже на куст. Зная эту историю библейскую, бедуины, ничем не гнушаясь, рассказывают паломникам эту историю и продают эти камешки. Когда я сама увидела и услышала эту историю, там уже, будучи на Синае, я им рассказала, как это получается. Просто известняк, он очень трещиноватый, и марганец заполняет вот эти трещинки, образуют такие красивые узоры, такие красивые картины. Вот так легко, за небольшое время, можно совершить экскурсию в прошлое, на пару миллионов лет назад. В будущее же заглядывать намного сложнее. И что станет с шиханами через пару десятилетий, пока предугадать невозможно. Но, как и положено оптимистам, мы искренне верим в то, что все будет хорошо. Подходит к концу наше очередное путешествие к недрам Уральской земли. Мы очень надеемся, что человечество найдет компромиссное решение, которое позволит сохранить и ценное производство, и уникальные горы Шиханы. А мы прощаемся с вами ровно на две недели. Смотрите нашу передачу в эфире и на сайте телеканала ЮТВ. Больше путешествуйте, не сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!